22 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялась презентация компании ООО ТНГ Групп. ТНГ Групп – это наша базовая организация. Мы работаем с ними очень тесно. Во-первых, последние, например, 7-8 лет мы очень тесно работаем в области научных исследований и создания новых приборов, новых технологий для каротажа, для полевой геофизики. Вот мы с ними выиграли 3 раза грант по постановлению правительства 218. ТНГ Групп является одной из самых крупных нефтесервисных компаний России, осуществляет свою работу уже 60 лет и практически все время сотрудничает с Казанским федеральным университетом. Очень серьезное для нашей компании событие, встреча со студентами КФУ. Это наш один из самых базовых университетов, с которым мы сотрудничаем в плане подготовки кадров. Я сам выпускник КФУ, и поэтому прекрасно понимаю, что это альма-матер для... Ну, для большей части нашего коллектива. Основная часть сотрудников компании – это выпускники Казанского федерального университета. А привлекать молодые кадры они начинают еще с юного возраста. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.